позиционного Марина, город Ростов-на-Дону. У меня самый лучший результат. Я 2 месяца назад стала бабушкой, и ребенок не спал ночами, не кушал, не сосал грудь, и встал кишечник у мамы. И я принесла ей программу, ей как раз исполнилось 30 лет, и говорю, вот это я тебе дарю, такую программу, которая все будет замечательно. И на сегодняшний день ребенок спит прекрасно, сосет грудь прекрасно, и у матери восстановился кишечник. Это к вопросу тому, что не надо спрашивать, а можно ли беременным? Нужно!